Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Художник Ян Стен, 1626-1679 год. Знаменитый голландский живописец, непревзойденный мастер бытового жанра. Родился в Лейдене приблизительно в 1626 году в семье пивовара. Окончательно же развил свой талант и манеру письма Стен под руководством художника Яна ван Гойена в Гааге. Работал как живописец в Лейдене, а также Делфи, Варбонде, Харлеме, Гааге. Я цитирую переводную Википедию. Стен считается одним из самых остроумных мастеров голландской жанровой живописи. Он прибегал в своем творчестве и к острой социальной сатире. Ян Стен с долей изрядного юмора подходит к изображению библейских сцен, но большей частью он писал картины, изображавшие представителей среднего и нижних слоев бюргерства, в котором изящество и разнообразие стиля сочетается с грубоватым фривольным юмором. Ему нравилось вкладывать свои отличавшиеся обилием персонажей работы, морализаторские идеи или своеобразно иллюстрировать своими картинами общеизвестные пословицы. Ян Стен, занимаясь живописью, в то же время держал на аренде пивоварню в Делфи. В 1661 году Стен переселился в город Харлем, ставший в дальнейшем ареной самой блестящей творческой деятельности художника. И, наконец, после смерти своего отца в 1669 году Стен окончательно поселился в Лейдене, где в 1672 открыл корчму с гостиничными номерами. Стен писал портреты, пейзажи, библейские композиции, но отдавал предпочтение бытовому жанру. Надо сказать, что биографы Стена Хоубракен и Кампа Вейерман представляют Яна Стена отчаянным кутилой и беспросыпным пьяницей, но их повествования и хроники художники не заслуживают доверия и обязаны своим происхождением по всей вероятности тому, что живописец нередко изображал кабацкие и не совсем приличные сюжеты, причем иногда выводил на передний план в жанровых сценах своих картин самого себя в непроглядном виде. Ну и как бы то ни было, Ян Стен один из самых талантливых и характерных представителей голландского бытового жанра 17 века. В 1660-1670-х годах художник Ян Стен был самым популярным из всех голландских жанристов. Он черпал сюжеты из быта всех слоев современного ему голландского общества, изображал в своих произведениях крестьянские пирушки, сцены в шинках, тавернах, модниц зажиточного класса, знати голландских бюргеров. В заключение хочется сказать, что у Яна Стена не было никаких зарегистрированных художников, за исключением Рихарда Брекенберга. Но работам художника широко подражали многие голландские живописцы еще при жизни мастера. Точная кончина Яна Стена, как и причина смерти, не установлена, но известно, что художник был похоронен в феврале 1679 года в семейной могиле на окраине Лейдена. За 4 года до смерти художник стал главой Лендонской гильдии художников Святого Луки. Создал около 800 картин, из которых сохранилось примерно 350. Ну вот и все. Сегодня мы узнали о голландском живописце, непревзойденном мастере бытового жанра Яне Стене. Пока-пока, до свидания, смотрим картины.